Привет, народ! Вы снова на канале «Другая жизнь». Замечательный зимний лес. Сегодня выпал снег, на улице мороз. Ну, не сильный где-то, градусов, я думаю, 7-8, наверное, минус где-то. На градусник я, естественно, не посмотрел, не догадался с утра. Ну так, зябко. Пришли, естественно, на поселуху, которую мы разыскали в прошлом видео. Ну, вот в одном из прошлых, как я его там выкладывал, я не знаю, в какой последовательности, но оно, скорее всего, уже выходило на канале. Сегодня задача ее обследовать поподробней. Будем копать, скорее всего, железо. То есть конкретно железо, потому что ножик был офигенный, вот этот бармалейский, который мы выкопали. Можно что-нибудь еще интересненькое найти. Далеко мы от этой поселухи не пойдем, хотя в планах у нас мест здесь поприбавилось потом, потому что мы карты поизучали плотно. Вот, уже теперь мысли есть, что здесь люди как минимум селились, а как максимум они здесь еще и ходили. То есть и ходили они не там, где мы приходим оттуда, с дорог, а здесь, по рекам, скорее всего. Там делать нечего, там болото, а потом дорога асфальтовая дальше, тем машину бросаем. Начинаем понемножку поиски. А вы с нами, как обычно. Погнали. Есть находочка первая. Сейчас покажу. Вот у нас здесь сигнал. Где-то мы здесь специально оставили яму. Вот она, незакопанную. Специально оставили, чтобы ориентироваться. Здесь мы нашли в прошлый раз лунницу. Мы ее, естественно, сегодня закопаем. Нет, лунницу. Не лунницу закопаем, яму закопаем. Вот здесь лунница. Да? А, ё-моё, значит, две. А там что-то еще. Ну, короче, вот там они. Там крест взял. Поднял. Нет, я под бревном его где-то нашел. Это зацеп от украшений. На них висели всякие лапки. Гусиные лапки, всякие подвесочки и прочее такое. Вот кто не знает. Мы еще даже железо не начинали, как я вначале сказал, копать. Убираем. Еще кирпичная крошка. Медная пластиночка и кирпичная крошка. Опа. Вот такая хрень кованая. Кстати говоря, инструмент этот, по-моему, какой-то. Ну да. Ковыряло. Ладно. Люба сейчас сходила туда к реке, посмотрела, пока я здесь рылся с железяками. Ну, пока такого интересного ничего не было. Она посмотрела, да, тема прикольная, берег высокий. Ну, не сильно, но высокий. То есть потом, уже, скорее всего, в следующем году мы будем дальше проверять и в ту сторону, вот туда, и вот в ту сторону. Потому что там и современные деревни дальше есть, которые были, скорее всего, в те времена. У Люпы находка, идем показывать. Фу. Так, зимний лес. Ну что, красотулька? Да не то слово. Сейчас. Оп. Еле выковырила, мне на корень оделась. И далеко, да, глубоко? Нет. Нет, не глубоко. Нет. И ты же где-то здесь крест нашел, перстень, вот здесь кольцо. Ну, короче, может быть, здесь. Самое интересное, что мы как предположили, да, то есть смотрите, у нас, когда мы в прошлом видео пришли, вон там на холме, вон там, на спуске точнее, была пуга-гирька поздняя. Вот на этом спуске там мы нашли крест там, ну, грубо говоря, 18-й, начало века. То есть мы предположили, дальше сейчас Люба нашла, я не стал снимать, конину там. Мы предположили, что здесь могла идти дорога вот так. А, вот так как-то. Как-то, да. Именно имперских времен. А поселуха поселухой, то есть. Так, ну ложный витой есть, уже не зря сходили, как я считаю. Понимаете, в чем дело? Я всегда как говорил сейчас. Это вам не
грубо говоря, не коп по империи. То есть тут немножко другое. Империю как бы выходите, зачастую у вас азарт просыпается немножко другой, вот я по себе помню. Хочется побольше набрать, в итоге сидишь, размышляешь, думаешь, ё-моё, коколья накопал 20 штук, а ничего вообще, кость в коллекцию, ничего не идет. То есть нахрен это на... Здесь вот по средневековью, да и вообще вот такой лесной поиск, он тесен чем? Что здесь сохран, конечно, бывает получше, не всегда, бывает разбитый, вот крест мы разбитый, это нашли, к сожалению. Но сохран зачастую в лесу, конечно, лучше. И если что-то найдешь, прям оно... Ну, другое ощущение. Кто знает, вот кто копает в лесу, тот меня, наверное, поймет. То есть ощущение совсем другое, чем по полям. Хотя мы по полям же тоже ходим, сами знаете. То есть тут дело такое. Продолжаем. Еще даже практически чернину не рыли, пока не до этого. А что толку? Вот смотри, вот этот сигнал, он чернил. Причем он не был глубоко. Не, хочется инструментиков. Он хрустел, чернил. Поганые сигналы, да. Ребят, в средневековье оно поганые сигналы, особенно которые поглубже лежат. То есть зачастую даже на черных, я на черных сигналах, чисто черных сигналах поднимал до монгол. Чешуют, это понятно. Какой бы прибор ни был, глубокая, допустим, чешуя, она один хрен чернит. Как бы, что я только не перепробовал в своей жизни, вот в руках или приборов держал до жопы. Вот честное слово. Почему я особо и не заморачиваюсь, как будто есть у меня трак и есть. Но единственное, что с возрастом, конечно, начинает уже плечо уставать. Вот, и думаешь, для разведки купить себе что-нибудь полегче. А с другой стороны, к траку привык за 10 лет, там, или за сколько, лет 7-8 я с ним хожу. Да и не хочется менять-то совсем. Вот так. У нас смешная находка. Вот смешная. Где себе приличная? Не, находка-то приличная, только она не оттуда. Вообще не оттуда ни разу. Сережка. А через серебряная. Камеру не видно. Проба советская. Да не, советская, скорее всего, с янтарем. Охренеть. Товарищи грибники. Тетенька шла и потеряла. Пролосила. Такое тоже бывает. Вот, блин. У меня он на краю там, он, где бревна валяется, в прошлый раз тоже хороший сигнал. Думаю, ё-моё, ну точно что-нибудь такое. Ага. Гильзач. Такое тоже бывает. В итоге гиречка попался, вот такая. Потом, ой, ё-моё, как все запотело-то. Угу. Вот такая вот. Гвозди. Бронзовые. Бронзовые, да, цветные. Ну и пока больше такого глобального ничего. Не улюбки попадаются, это, как его, пуговица, как ее, со звездой. Угу. Но это нам не надо. Вот так тоже бывает. Видите, как немногочисленные какие сигналы-то. А бывает, придешь, блин, прям лезет изо всех щелей. А бывает, нет, ходишь. И ничего нет такого глобального. Ну, ты там что-то нащупал, но я даже не уверен, что я там что-то выкопал. Ну, проверим. Что он вообще там есть. Друзья, сейчас какая идея появилась. Сейчас здесь чайку еще хлебнем. Не будем сейчас... упарываться в железо, что-то, честно говоря, неохота, и день быстро заканчивается, прям мгновенно. Сейчас соберем оборудование и пойдем, ну, в смысле, рюкзаки и все остальное, пойдем, все-таки пройдем берегом реки, потому что... Видела, кстати, там ямина здоровенная внизу? Видела? И там какое-то железо на борту, ну, я не знаю. Короче, здесь, пока у нас база была, где мы сидели, медный бунт и... Ой, какая клевая-то, ребят, ты! Ой, какая хорошенькая. Сейчас покажу. Целая. Старая. Ой, я не знаю, бронза. На. Вот, сегодня немногочисленные такие у нас находки. Может, конечно, еще чего выпрыгнет, не знаю. Посмотрим. Дошли. Засветло специально постарались прибыть. Камера светлит, а уже на самом деле сумерки. Как-то вот так у нас она делает. Ну как сумерки? Ну солнце уже все за горизонтом. Короче говоря, находки я тоже опять сегодня раскладывать не буду. В зачет уходит однозначно ложное ведое кольцо. Ну из таких, из хороших находок. Гирька. А, гирька, да, хорошенькая. Что у нас еще там было-то?
Да ладно, давайте покажу, там еще сейчас ковыряли. Ну вот, вот душка отвалилась. Да и хрен с ним, зато янтарь есть от серебряной серьги. Интересно, натуральный или нет? Натуральный. Короче, колечко, подвесочка и пуговка. Вот то, а, еще монета советская прилетела, походу. Да, сейчас пока там лазили. Чешуя, медный бунт. Короче, вот такие немногочисленные находочки. Ну, это, конечно, вообще супер. Да, отлично, замечательно. Это вот. Подвесочка. Ну, все тогда, что? Заканчиваем этот ролик. Сюда, я думаю, что мы еще вернемся. Видите, вот здесь берег реки мы посмотрим. Мы прошли немного, буквально, может быть, метров 300 проверили, грубо говоря. Потому что дальше начинается болото, а вы видели все это дело. Это оно еще подмерзло. Ну, да. Вот такая вот. Вот оно, солнце уже вот там. Небо еще голубое, но... Да. Сейчас еще минут 10. И все зайдет, да. Ну, специально пошли пораньше, потому что там лес хреновый, там в темноте ходить лучше не надо, там может без глаз остаться. Ладно, заканчиваем видос. Вот такой сегодня был выход. Зимний уже, конкретно зимний, уже со снегом, со всеми делами. Морозцем. С морозцем, да. На этом... Прощаемся. Спасибо, что досматриваете до конца. Всем здоровья и до встречи.